Здравствуйте, афульчане. Мы еще раз обращаемся к вам за помощью. Вдруг, если у вас где-нибудь валяется старый инструмент. Примерно вот такие вот нас интересуют. Может быть, что-то еще более интересное. Может быть, из разряда молотков, кувалд, ножовок. Ну, это все что угодно может быть. Главное, чтобы это интересно подошло. Например, вот такие вот у нас есть. Может, у вас что-то другое есть. Это как кусачки или плоскогубцы. Да, плоскогубцы это, скорее всего. И у них, может быть, еще какие-то функции есть. Но они именно вот как плоскогубцы. Вот. Есть такой вид инструмента. Они с большим количеством функций. У них, видимо, для убирания этой провода, с провода вот этой мягкой изоляции. Здесь их несколько калибров. И вот так они проявляются на самих вот этих местах. Есть внутри самих рабочих мест разные. И вот он, по-моему, по бокам еще идут они, да. Более сложнее уже инструмент. Этот вы уже знакомы с этим. Клещи. Он более, по-моему, старый. Судя по форме, дизайну. И еще есть вот такой у нас. Это разводной ключ. Он такой весь. Они, кстати, тяжелые все эти инструменты. Вот такой у него есть дизайн. Функция это, чтобы захват сделать трубы и ее крутить. Размер у него маленький, но в то же время форма нам подходит. Такой интересный. Здесь даже вот есть такие, чтобы палец не скользил, насечки. Ну, все. Всем большое спасибо заранее. Вдруг у вас есть что-то интересное для нас. Звоните, пожалуйста, телефон я напишу сверху этого видео. До свидания. Большое спасибо еще раз. Всем бай-бай.